Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы вам расскажем о часах «Восток Амфибия» 120-696. Корпус данных часов сделан из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из мягкого и прочного каучука. Застежка металлическая, классическая. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Часы противоударные и водонепроницаемые. Циферблат синего цвета, он защищен минеральным стеклом, которое практически невозможно разбить и очень сложно поцарапать. Способ отображения времени аналоговый, арабские цифры, есть окошко с датой. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие. Также у часов есть безель для засекания времени. Механизм часов пружинный, балансовый, автоподзавод. Означает, что часы заводятся при ношении на руке. Точные исходы плюс 40, минус 20 секунд в сутки. Класс водозащиты 20 атмосфер. С этими часами можно плавать и нырять на большие глубины, в том числе и с аквалангом. Для того, чтобы завести часы после того, как они долго пролежали без ношения, они когда остановились, нужно открутить заводную головку с винта и поворачивать ее по часовой стрелке таким образом. Немного завести, часы пошли, дальше они заведутся уже сами при ношении. Чтобы установить дату и текущее время, нужно отвести эту самую головку на один щелчок от корпуса. И сначала установить нужную дату. Для этого нужно часовую стрелку перевести мимо отметки 0 часов 0 минут, часовую минутную. Если необходимо перевести несколько дней вперед, то возвращаете сразу часовую стрелку на отметку 8 часов, а потом прогоняете ее опять вперед на 12 часов. И так нужное количество раз. Установили дату, затем установили текущее время. И по окончании всех настроек возвращаем головку на место, закручивая ее по часовой стрелке. Это все по настройкам. Упакованы часы в фирменную коробку «Восток». На этом у меня все. Спасибо за внимание.